Всем привет, с вами Дарк, и это Elden Ring, неожиданно в честь выхода DLC, и мы остановились на том, как мы проверяли, тестировали мога, чтобы его убить для выхода DLC. Продолжаем тестировать, я себе приобрел вот такой шарик специально для мога, надеюсь, ничего крашиться не будет, потому что у нас Россия. Может, 5 персонажей решают, чтобы крашить. Ну, наша Россия. В общем. Драйвера вышли, я подозреваю. Ну, вряд ли. Не нужно ничего крашить. Это шарик редкий, если брать две слезы, короче. Нет. Вот такую слезу и вот такую. Можете почитать. Тогда вот этот шарик становится крепким. Продолжаем, так сказать, тестировать мога. Я устал от весны, и вы его не доебали. Теперь продолжаем шар проходит. Поэтому как-то так. Оставаться. Сейчас я чекну YouTube и OBS Studio, да, я стримлю в последнее время через OBS Studio. Все нормально с кадрами, тоже все нормально. Mine and mine alone.
тут тоже, наверное, хорошо все пишется. Так что продолжаем. Тогда казались они интересными, а сейчас хуй знает во что. Сейчас уже вырос. Что тогда было интересно, то сейчас уже не интересно. Естественно, тебе надо новый контент, более взрослый сейчас, более взрослый английский. Что было тогда маленьким интересно, сейчас это такое себе. А текст, скажем, как-то вот так. Так что я думал, что это целая игра, а выходит там Fallout Los этот Нью-Йорк или Los Vegas, как-то там Нью-Йорк, Fallout Нью-Йорк вроде назывался. Это мод, ёбаный, говорят, выйти, а может быть игра. Я думал, игра. Холи, дыра. А куда дыра? Я думал, что это там. А, холи это святое, священство. Священство.
Вот, так что в ближайшие... Сука. Первый раз с ним встретил, там впечатление, все такое. Вот есть в другом листе целый лист там Элвину прохожу. На канале есть точно. Что еще там? Так вот, когда разберемся там, вот, ну вообще сколько мечты в этой день не будет еще играть. Может быть, начнем. Проходить, ну вряд ли мы его до конца пройдем, ну блин, кто знает, у меня там сохранение есть, я сам играл, так как-то на него поигрывал, короче, его еще надо устанавливать, у меня других куча игр на компьютере стоит, ну, как бы сейчас все дорого, пиздец, вот, и с компьютерами проблема обстоит, по апгрейдами систем компьютерных, вот, как бы в 2024 году, все охуели, в 2024 году денег себе наебали и возломили себя королями, скажем так, ну, которые должны деньги быть, а у других людей, которые, ну, как бы деньги не так ебали, не должно быть типа денег. Типа вы сами виноваты. Ну, это бред, это, ну, их надо ебнуть пару раз в нос, чтобы он платил. Но это не все так считают, ну вот. А государство только себе пользу делает, ну пустота, на его никогда нет надеяться. Это просто пустое место, ну полости, как бы сказать. Пустотища такая. Черная дыра. Полая. Она только себе пользу делает. А другим им вообще насрать по барабану. Попробуйте за шух-шух-шух. И не могу расстрелять. Ну, я не хочу такой хуйней страдать. Вот, нам надо все что достать. Видите, много и пойти пока к нему спокойно. Там другими делами родителей заниматься. Ну, это сложно, как бы. Thank you.
Это не косяк, просто прикол. А, вот, как бы тр-ты-ты-ты-ты, а его не задевает нихуя. Вот, там есть жестокие вещи, которые происходили в Fallout, там очень, очень много, очень классно. Так что в этом плане все удалось. Шашлодерка еще момент там. Палец прирастили, ну, как бы в игре тоже были чудеса всякие разнообразные. Взять там третий Fallout. Вообще в этом ничего такого не вижу. Все в этом но. Все, на мой взгляд, никаких косяков. Конечно, классно создали по игре, да, они даже, наверное, отрицать не будут. Все сделано так, сами вроде даже эти, я слухи не слышу, что сами разработчики материала говорят, что прямо хотели, чтобы подумать. Нет. Пока что показателем не должен хочется пришло первый сезон, так что все нормально. Это, ну, даже вселенная Monster Hunter MMO, это World Wild, Wild, ну, короче, дикий. Wild, вроде по-английски, дикий. Вот, это тоже MMO. Вот MMO. А вот это Soulstike. Ну, уникальный Soulstike, как и отсылка на Dragon's Dogma. Это уникальный RPG, но это RPG. Так что, ну, нехуй вот такие глупости говорить русским слингом. Надо, надо говорить. Хуйню, что это типа РПГ. Вот это не РПГ. Это Elden Ring и это Soulslike. Это уникальный РПГ. Уникальный Soulslike. Я уже не буду вас заговорить.
еще рано пришли. Знаешь, скачаться 60 уровень это рано. По статам. Вот у меня статус. У меня, видите, физическая сила 150, а уровень тут тоже. У меня вот левел 70. 70 левел у нас много мал. Ну, блин, видите, я ему, во-первых, урон наношу, я не один с ним дерусь. А и ради того, чтобы увидеть последнюю стадию. А у нее две стадии у этого смога. У того в подвале я не помню, сколько стадий смога, но у этого две смога стадии. Именно вот это нужно, чтобы пройти в DLC, так что. Спойлер. Для кого это спойлер? Большой контент, кусок контента вырванный. Вот, большой кусок контента вырванный. Сейчас я вам, то... Ну, как я знаю, все DLC. Я как бы смотрел ролик, я сам смотрел DLC. Вот, и по слухам хоть что сам Миядзак подтверждает мои слова. Типа, да, там. Так что вот. Ну, я сам догадался. Я даже не знал, я до этого не на YouTube, я знаю так, что я сейчас... Второго смога, вот у этого бот, вот смога, да. Кто не скажется, пацаны. А, нет, там второй смог, ну неправильно. Вот, может, ко второму смогу это попасть. Ну, если вы, в принципе, талису попадете. Да. Ну, нет. Вроде как. Но это не точно, конечно. Не точно, думаю, вот и нет. Ну я удержать не могу. Вот именно здесь. Ну это не точно, но типа приблизительно. Блин, столько холодно. Прямо я предположаю даже какой ход будет, я же вам уже говорил, что да, кровью, вот это яйцо откроется, оттуда лечит кровь, что это такое, вас затянет рука за горло. Yeah.
что нас ждет, это очень хорошо. Вроде как хорошо ждет, так. Если бы оно было черным пламенем. Съел половину, а что-то вторая не начинается. Еще за ебан спот. За это гадки я услышал. Костер, он тебя выжигает. Ну, пиздец. Thank you.
Стрелять смог он по урону нормальный уже, который в столице, под столицей, как бы, канализации. Он норм, он, у него урон больше проходит. Поэтому не дамажит нихуя. Практически один бы я еще меньше дамажил, еще сложнее раз. Че, ну урон много наебывается. Знаете, в чем проблема? Вроде как от костра. Он наебывается на тебя. Потом вот этот крик остается, он не будет. Ты горишь, что с вами у тебя плоть начинает твоя плавиться. Ну, один убил! Ну, может быть, кого?
Один удар! Давно Два может, блять, отроду. Вторая стадия ебучая, тваринская. Почему этот мох такой жирный, а тот не жирный? Вот это остается загадка. Жарик прозрачный. Все так смотрится через дух. Да у тебя глазки болели, у дедушки через дух смотрит. А вот тут типа такого же. Он на ноги если смотреть немножко. Брюки распуяривать.
Катаны, больше нет катан, которые похожи на катан. Этот и этот ссылки будут показать мне подходят. А вот эти вот нет. Моя вот эта катан. Это катан тоже не подходит. Дальше написано про геймпад, я не понимаю. Я на клавиатуре играю. У меня нет геймпада, к сожалению. Я поиграл. Thank you.
что-нибудь. Вот такое. А сначала думал, Миядзаки хитрый, что-то там готовит нам сюрприз, но нет. Я какой-то говнюк взял, создал нервную сеть, смеси выпустил. Еще хочет, наверное, за это в будущем деньги съебать, просто так. Ну это же говно получилось. Ну не что, что говно выглядит, конечно, круто. Локации, вот, смеси, выглядит, конечно, потрясно. Предметы новые добавил, новых боссов там создал. Вот такую, короче, хуйню трэшовую ебанул. Кто не видел, мультик, посмотри. Демон еще версия этого мода, она еще не вышла в природу. Ну вот, типа он такое рассчитал. Ну это все схоже из-за всех частей. Что делал мясо? Хорошо звучит кандемо, кандемо. Thank you.
Чё-то ты, блин, блядь. Вот, может, посмотри этот ёбаный мод на новый. Третий Dark Souls, прямо, блядь, как будто игра сначала смотрится новая. Знаменитым разработчиком Миядзаки, но нет. Это новый мод, блядь, перемечу хуйни и хотят нам впасть. Опять тысячи. Вот такую хуйню, представляете? Да чё за шум так? Хотят вот это кому-то за 5000 ебать. Ну, совсем прихуели, пацаны. Какие-то, блядь. Наебали у Миядзаки вот это все вместе. Собрали в компот. Такой вкусный, блядь, перемешанный ложкой. Вот так дохуярили ложечкой. Вот так. Перемешали под тщательно. И ручки потирать за 5000. Компотик ебанем. Ну нет, нихуя. Кто меня посмотрел, тот не купит. Компотик наебали со стаи. Правда, ты хуя. Дизайн. Thank you.
предоставить хотя бы москвичи ёбаные. Кому-то впарить. Делать секиры 2. Там этот же мир, который он создал сам. Секира. С нуля. Просто новые боссы и продолжение этого красивого мира. Они не созданная хуйня, ебаными нервными. Разница большая. За такое деньги не буду создавать. Нахуй это. Чисто. Demon's Souls, чисто второй Dark Souls, блять, локация целая существует. Что я видел, блять. Что-то с грифоном связанное. И ящики сделали существо из этого. Thank you.
Что-то Миядзак готовит. А нет, это маленький. Развлекается, как бы денежек на халяву поебать. То кто-то говорит, что я деньги на халяву ебать хочу. Нет. Типа, если бы я работал в офисе, не справился с этим делом. Тут вы знаете, вот сначала возьмите. Скажите, если не справлюсь, вы иду. Вы заплатите за первый месяц. 5000. Все, в чем проблема? И мы пойдем коней поебьем, потом мы пойдем гробницу поищем. Вот такие планы. Ну а что еще делать? Этого заебал ебать. Проблема вся смога этого. Ты не видишь, что это пламя у тебя сжигает здоровье. Ты его просто нахуй не видишь. Оно не черное, главное, это пламя. Вот вся основная проблема. Yeah.
чуть. На геймпаде хочу вот поиграть. Thank you.
за дырган ты отвечаешь. Я тогда из Dark Souls вычерпал, что такое смерть, что такое полость и пустота и небывалость. У меня были черные глаза, где спасла работа ебаная Мирослав. Спасибо тебе за такой глаз. А не что, что смута ебаная гуляет. Русская Москва еще и смута. Поиграл, чтобы ну повеселить себя и вас нахуй. Вот. Чтобы ну, меня усрались, потому что я родился в России. Так усрались, что ну пиздец. Я там такое творил, блядь. Так бы его обсирал. Да вы так со смеху обосрались нахуй. Так я русским контентом обосрал, что ну, пиздец бы ему настал. Ну как бы. Если это покупать в ебаной другой платформе не буду, моя платформа это Steam. Так что как бы смута нахуй по всем причинам пошла. Что я не люблю пиздить. А некоторые, может, любят, я не знаю. Ну, по голосу и по поведению, не по голосу. Даже так.
Хуинтов, хуинтах. Надо сбросить 37 смертей, ну нихуя себе. Сейчас пойдем к этому всадникам. Че это сворачивается сама? Ты че охуел что ли? Да, меня в мир призвали. Я просто не заметил. Я тебе позови еще раз, я в море сейчас утоплю нахуй, там вместе с ногами нахуй. Вот там захлебываться нахуй. Ты сука, блядь. Так, пойдем к нему. Но мы сейчас тогда этих рыцарей появим. А потом у нас Красная пустыня, много говорят. Ну, я смотрел гайды. Пропущена. Пещера. Thank you.
печень засунет. Ну и почти. Ну, это первый бой. SSD, ну на SSD это вообще мечта. На терабайт. Но этого мало. По нынешним территориям требованных объемов игр с загружаемости на жестком. Типа, блять, одну и три игры держать на жестком, это такое себе играть за игры. Я привык несколько штук, 10 на комп устанавливать, поэтому как странно для меня. Ну, посмотрите, ну 4 игры, в принципе, на SSD подтверждаю, да? Ну нет, хотя по объему памяти, типа, если взять Lost этот, Hogwarts Legacy, Elden Ring, Dragon's Dogma и еще влезут ли они. Вот вопрос, смотря каких игр, еще Киберпанк. Ну, типа самых, ну, для стриминга штук, не знаю, штук 7 оптимально держать загруженных игр, поэтому как бы жесткие пока не справляются со своей задачей. Если такие разработчики выпускают с таким объемом памяти. Мало ударов, но
Хелдин чисто классный по объему памяти, если считать по широкости мира, вообще требует прямо вот четко память. Я тебе скажу так, Миядзаки, прямо четкая 50. Гигабайт 60, это прямо четкий объем. Чуть-чуть кончиком какого-то меча, вот такие вот типа. Вроде никак не смотрится меч. Никакой бы дамаг не был шара. Ну это может быть я буду тестировать, мне просто очень нравится шар. Нравится прозрачность.
нормальный босс. Сейчас.
Язык, конечно, тебе. Сена жалко, не живи, так он. Thank you.
30 тысяч, мама, я согласен, я отдаю. Не надо больше. Но тем не менее, конечно, это уже не полноводная река, проблем достаточно много, ну и, собственно, ключевая проблема в Соединенных Штатах, военная часть порядок поехал. Стражник устает, значит, не хочу его делать. Этого игроков, игрок, и можно заебать. Thank you.
Кабан нужна. Красная пустыня. Где вот локации в этом объема названия, непонятно. А вот это что? Я не знаю, пойдем сюда или не пойдем. Ярочка, ну так поняли.
скрипуны, говорит, стоишь. Thank you.
am I the one? Значка Ютуба нет, колесо вечно крутится. В общем, вот такие всякие чудеса в России происходят. Может, у всех провайдеров типа. У всех вот такая вот хуйня происходит. Там сеть, вот Элгин перезагружает сети Элгина. Типа, потому что ее вас соединяет с сервисом. Раньше там такого нет. А сейчас стало часто. И даже не выйдет, но я как бы дали, а при этом нормальные графики с 8 до 5 меня не брали. Ну, дело не надо. При этом все какие-то сбои стали в последнее время происходить в России. Вот тут 2000. Как в 2021 стали блокировать? А если мне въебало, то я сразу 5 раз в ответ ебал. Если про эту тему... 5 раз въебало ебану, и у него будет красное такое месиво. Такое, знаете. Там, ну, вот перегонка. Бездыбательный гала. Зубов нахуй вообще нет такого. Он скалится. Знаете, как будет там в драгоцовке там один стоит. Входим пограничный город такой с шрамом такой, там такой же стоит с дубов так с другими. We'll be right back.
электрический такой жгучий сарафок минус. Как шрам такие электрические на вроде, не знаю, по биологии. Thank you.
жопой кровью. И следующий. Через следующий ли в этом стенд. Ну, через следующий ли да. Мы его убьем. А не DLC. Не знаю, там придется призывать на помощь. Какие-нибудь призраков, если сильно заебет. Ну, в общем, у меня с того глаза он красный. Я его хочу чисто одноручно зарубить. Плоть ему вычищить, порезать. Так что пока что ставим удар. Всем пока. Увидимся.